Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Ведьмак 1. Сейчас я свет включу, чтобы поярче было. Оу. Ну давай. Так, мы на болотах. Мать его. Так, это что, пещера друидов? Старая шахта, пещера беженцев. Склеп стрыги, гробница ворона. Ну, хуй его знает, давайте прямо пойдем. Так, это я куда пришел? Ход на кладбище, а мне надо... По-моему, мне надо сюда. Пещера беженцев. Вот, гробница ворона. Мне сюда надо-то. Да стойте вы, ёб твою мать! Мне вот куда-то сюда забирать надо. Это чё? Дорога к старой усадьбе. Да идите вы нахер. Да ёж твою мать. Во, вход в склеп. Гробница ворона. Подождите, у меня есть кошка. Блять, а где у меня кошка-то? Так. Филин. Венок. Так. Ага, в полной темноте. Вот кошка. Блять, не то. Не ту кнопку. Я слышу голоса за этой стеной. Там что-то есть? Так. Надо сохранить. А, блядь, не сохранять. Должно быть, вас послал вечный огонь, сударь. Как вы сюда попали, добрый человек? Кстати, очень вкусно. Я искал могилу ворона, великого воина, в которой хранятся несметные сокровища. Нашли что-нибудь? На меня напали ужасные монстры. Потом начался обвал. Быстрее, пока путь свободен. На коридоре, ведущий налево, направо, уберите камни. Да, блять, нахер мне это не надо.
Так, так, так. Подожди. Где у меня тут против призраков? У меня всякая хрень есть. Чего так? Для кровососущих. Нет, она вот такая. На. Хрена вы меня забили-то, подожди. Много вас. А где я загружался? 5-5-5-5-3-3-3-3. Ну-ка. Бля. Я вроде сохранял. Ой-о. Пещера беженцев. Нет, мне не туда надо. Не надо. Блять, где вы? Так, ладно. Не вас я искал первоначально. На. Да ё твою мать. Так. Я слышу голоса за этой стеной. Что-то есть? Так, ладно, давай поговорим с тобой быстренько. А как вы нашли? Вы... Понятно. Так, подождите. Блять, а я факел-то выкинул. Ёб твою мать, ну давай. Часик надо всего лишь.
Здоровье восстановили. А вот теперь, ой. А сохраниться никак. Сейчас сохранимся здесь тогда. Сохранился. На. Вот так. Вот, сохраняем. Хуй его знает, почему раньше не было. Так. Понятно, так, минутку. Так, боль у противника. Против призраков. Вот так. Так, минутку сохраняем. Здесь сломать его надо. И вот так. Вот так. А вот сейчас начнется мудотень. Так. Надо сохраниться. Вот здесь вот надо сохраниться, блин, а то я затрахаюсь потом все это делать.
Давай! Блять, вот чуть-чуть не хватило. Ладно, я припомню вам. Так, еда. Минутку. У меня, блядь, тут рыба, оказывается, есть. Тихо. Я охреневаю, как против вас? Подожди. Охренеть, вот я, блин. Хорошо, повоевал. Где тут костерок-то был? Ну-ка, часик я помедитирую. Охренеть, ёб твою мать. Что-то вот это пиздец мне усложняет задание-то. Ну-ка. Смотрим. Сейчас морду грустную отправим. Давай. Так.
Ну давай еще разок. Ё-ма! Иди твою ж так! Так. Блять, даже отсюда что-то собираю. Ну давай, давай, гробница, гробница. Вот так. Вот он, предмет. Блять, игра на паузе. Он же не прыгает точно. Здесь покоится ведьмак, известный под именем Ворон, великий защитник слабых. Блять, вот где-то еще одна запчасть от него. От него. Так, вот он опять главный коридор. Вот здесь вот сохраняйтесь почаще, а это значит такая хрень получится у вас. Подожди, мать вашу.
Надо загрузить другую. Заново загрузить и попробовать. Где у меня рыба грёбаная? Хренакал. Прекрасно. Сохраняем. На, сразу же. Так. Где у меня рыбка? Так. Понятненько.
Так, а как бы мне? Понятненько. Так, а что это у меня? Ну-ка на часик остановимся. Ох ты, господи, даже золотой один. Ладно, нет, мы на часик остановимся. Давай. Ну давай. Так. Так, мне сейчас надо опять. Да.
Сейчас по рогам ты у меня получишь. Да не, вроде все нормально. Сматываемся отсюда. Кладбище на болото. Так, мне теперь надо старую Вызиму. А где у нас? О, я почти напрямки смотрю на нее. Да где, мать его? Где этот гребаный сейчас этот краснолюд, который мне обещался сделать эти доспехи? Давненько не виделись. Рад, что ты за нее не ввязался. Если бы я знал, где искать. Кто знает? Надо же как-то... Я понимаю. Уже поздно. Хватит об этом. Где? Да. Много... Вроде бы так, но я убил больше эльфов и саламандр, чем ты сожрал цыплят. Мне нужна перемена. Понимаю. Ты знаешь, где меня найти. Прощай. Да. Не здесь, блять, а куда мне? Проклятье на орден пылающей розы! Убери свои мечи, я ненавижу оружие. Почему мы должны тухнуть тут? Так, где у меня? Так. Тап ордена. Да не сюда мне надо. Капитан наемников Жан-Пьер. Блять, я отсюда пришел. Безделье утомляет меня. Дверь заперта.
Даже в кузницах Махакама не так жарко. Блять, а где кузницы? Это простые нахрен. Не хули твоя Махакама. Вы ошибались? Ой, твари. Могли бы подсказать, пальцем указать хотя бы, суки. Так, ладно. Дверь в убежище, хорошо, ладно. Но тут нет того, кого я ищу. Так. Блять, опять не туда. Хижина. Блять, а куда мне идти-то? Сосуществоляние. Охренеть, блять. Когда это все закончится? Безделье утомляет меня. В жопу сосуществоляние. Почему мы должны тухнуть тут? Куда попал? Ни хрена не туда. Ворота к дамбе. Зачем мне к дамбе? Вот. Ёбаный гандон. Это я так искал. Напомним, добудь доспехи графа Кобуса Руйтера, остатки доспехов Ворона, записи эльфийского песнопевца и бифункциональный рециркулятор сплавов и волокон. Напомни мне комбинацию к волшебному замку. Два заклинания, связанных с магией воздуха, и одно со стихией огня. Блять. Ну я вроде бы так-то я все собрал. Первое, второе. Третье. Бля, сейчас на болото куда-то идти надо. Когда это все закончится?
Блять, не там, не в те ворота. Понятно, через чистокол нахрен. Ой. Так, где у меня? Пещера беженцев. Вход на кладбище. Дорога к старой усадьбе. Склеп Стрыги. Пещера беженцев. О, старая шахта. Это мне направо надо будет. Так. Где тут поворот направо? Вот. Понятно. И на. Вот старую шахту. Так. Может мне что-то забабахать? Ну-ка, вот эти бублики тоже. Так, вспышки можно забабахать. Так, волчий табак. Страх. Мечта. Так, выпускает лехо. Ослепляет ближайших противников. Ну, вот это вот можно. Так, а я сейчас пойду. Да. Сейчас, минутку.